Здравствуйте, с вами канал NamedBe. Мальчикам в жизни необходимы такие качества, как целеустремленность, мужественность, храбрость и сила воли. Но практически весь процесс воспитания ложится на хрупкие плечи мамы, так как она больше всего времени проводит времени со своим ребенком. И все мамы нуждаются в помощи в воспитании. И в этом ролике мы дадим вам 5 советов на тему воспитания из мальчика настоящего мужчины. Личный пример. Дети – это отражение своих родителей. Отец для мальчика – герой и кумир. Его действия воспринимаются как единственно верные и становятся моделью поведения в будущем. Поэтому важно показать на своем примере, как нужно себя вести. Если папа обещает съездить с сыном на рыбалку, но постоянно это откладывает, то рано или поздно отец перестанет быть авторитетом, так как не держит свое слово. Если отец слабохарактерный и боится лишнее слово вставить в дискуссии, то с таким примером маловероятно, что ребенок будет целеустремленным. Если же наоборот, папа умеет решать проблемы с помощью диалога и с легкостью выходит из конфликтных ситуаций без кулаков, то и сын поймет, что из любой ситуации можно выйти мирным путем. В неполной семье у мальчика также должен быть мужчина, на которого бы он равнялся, будь это дедушка, дядя, старший брат или кто-либо еще. Самостоятельность. Нельзя говорить сыну такие фразы: «Не залезай так высоко, упадешь», «Не бегай так быстро, ударишься». Такие высказывания формируют отсутствие воли и чрезмерную осторожность. Также не стоит и употреблять выражение «не трогай, я сама все сделаю». Проявление инициативы и ответственности после этого можно не ждать. Мамам свойственно такое состояние, как опека, но во всем нужно знать меру. Да, действительно, проще самой накормить ребенка, завязать шнурки или убрать игрушки. Но в таком случае из мальчика может вырасти маменькин сынок. Бывают ситуации, что ребенок наоборот, на избыточную заботу родителей, отвечает агрессией и непослушанием, чтобы таким образом защититься от гиперопеки. Благоприятный микроклимат в семье. Важно, чтобы в семье царила гармония и спокойствие. Были настроены доверительные отношения, где у каждого есть право голоса. Если мама и папа любят друг друга, уважают и не решают конфликтные ситуации руганью и скандалами, то это положительным образом сказывается на формировании в мальчике открытости и уверенности в себе. Во взрослой жизни ребенок будет придерживаться тех же принципов, что и были в семье своих родителей, так как данная модель единственная, которую он видел на протяжении всей своей жизни. Признание ошибок. Родители наравне с детьми бывают неправы. Признавать свои ошибки, к сожалению, умеют не все, не говоря уже об извинениях, а это один из факторов формирования мужественной личности. Если не получилось выполнить обещание, то следует объяснить, почему так произошло. Если сорвались и накричали, нужно извиниться и сказать, что были неправы. Такие моменты покажут ребенку, что за любые слова и поступки нужно нести ответственность, и в этом нет ничего зазорного. Поддержка. Ребенок решил пойти на секцию бокса, коллекционировать наклейки или выращивать елку в домашних условиях. Родители должны поддержать сына в любых, даже, казалось бы, нелепых и безумных идеях. За проявление интереса и инициативы следует похвалить. Совместно выбрать спортивный клуб, купить альбом или набор юного натуралиста. Похвала – это положительные эмоции. Ребенок будет знать, что семья его никогда не осудит и примет любое его решение. Такие отношения в семье формируют в мальчике уверенность в себе. Воспитать в мальчике настоящего мужчину – сложный процесс, но справиться с ним можно. Главное – не бояться обращаться за советами и работать, ибо воспитание ребенка – это сложная работа. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NamedBe. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!